Партнер показа – открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Одежда для всей семьи. Партнер показа – минеральная вода от Белкоопсоюза. Чудодейственное средство для творческих людей. Лучший учитель, лучший аграрий, банкир или пограничник? Две звезды на СТВ, редкие кадры. Мы начинаем! Понадобился актер в русском драматическом. И Валентина Григорьевна Еленкова предложила роль в спектакле. Вот это место ты должен петь просто отвязно. Я думаю, это было стильно. Я изначально знала, что я буду милиционером. Любите ли вы милицию, как люблю ее я? Она легко достает, просто она зажата, она стесняется, она не может выдать. Маракасами заменим. Один в далекой стороне не позабыл я обо мне. Тук-тук, йок-йок, нормалек. Работаю в медицине и практически с первого дня в маммологии. Когда кто-то поет, а я подпеваю, мне кажется, я так здорово пою. Надежда. Мой компас земной, а удача награда за смелость. Когда доктор медицинских наук поет про надежду, это очень подкупает. Когда мое решение было принято стать пограничником, я, наверное, не вспомню. Что-то ничего не получается. Все нормально, почему? Ну, я не знаю. Мне... Мы будем хвалить так сразу. Нет, извините. У меня должность заместителя председателя правления банка. Владимир Александрович. Плохой. Нет, неплохой. Нет, вы хороший. Непослушный. Буду слушать. Вот. Все. Васильки, Васильки, рай. Но я не поняла. Партнер по дуэту не пришел, да? Алло. Вот сейчас споем и надеюсь не зря. А теперь все вместе. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Спектакль мне понравился больше. Мы находимся в гостях в Республиканском театре белорусской драматургии. Знакомимся с ее директором, поющим чиновником Владимиром Карачевским. А потом мы поем вот этот кусочек акапелля, и потом будем раз, по рации далеко. Вот. Международные новины. Жанет, или ласка? Не знаю, как они будут объясняться, конечно, дома, но пока все чудесно. Новый сезон проекта «Две звезды» на СТВ.